Посмотрим, как это выглядит здесь. Как меховушка справится, интересно, на микрофоне. Микрофон сейчас стандартный. Это тест на ветру. На Huawei Honor, на телефон. Жесткий ветер. Ветер километров 50 сейчас. Вот это пейзажик здесь. Красиво. Видео сейчас снимаю. Камера настроена на Full HD 1080p. Формат MP4. 50 кадров в секунду. 25 поток мегабит в секунду. То есть я переставил ее на MP4, а не HVC. Потому что едем на Балхаш. Надо, чтобы вошло как можно больше. А в этом формате MP4 его влазит в 2 раза больше. То есть он по объему, по сравнению с HVC, занимает в 2 раза меньше места. Чуть-чуть будет побледнее, чуть-чуть похуже качество, но в целом это можно только заметить в сравнении между двумя кадрами. Снимаю на камеру Sony X3000 на фее на среднем углу. Сейчас кадр щелкну, как это все у меня выглядит. Написка феи моторов. Здесь стоит у меня микрофон, петличка. Петличка вынесена. Так, как бы это все снять. И здесь у нас намотана петличка микрофон. Формат MPEG-4. Так, на фоне гор. Так вот. Оп. Вот так вот. Ветер сейчас начался жесткий. И, кстати, вот эта вот петличка, если кому слышно, она на ветру, эта петличка работает очень даже неплохо. То есть сейчас на самом деле получается тест петлички на жестком ветру. То есть ветер примерно такой, как будто на 60 км в час на скорости из машины. 55-60. В общем, вот так вот, ребята. Место красивое. Шум ветра в микрофоне. Гора прикольная, сейчас, наверное, детей возьму, сейчас сюда скажу с ними. В общем, петличка на ветру работает еще лучше, чем защита меховушки на камере. Встроенную ветрозащиту я не пробовал, честно скажу, не включал, потому что по отзывам с канала, допустим, Moto24, там она очень сильно режет звук, портит, поэтому я его даже не включал.